Вот так у нас листва уже осыпалась почти. Шадо кот сидит, покажу сейчас. Мушенька девочка гуляет. Мусенька гуляет. Тоже пошла за сыном своим. Где там такая? Где? Смотри, Муша. Не. Цветочки уже. Это второй Семён выросли. Сами посеялись и выросли, заново цветут. Вот так. А Дейзи Мусю не пускает домой. Вот так. А Муся говорит, ну тебя, пойду гулять. А ты сиди. Вот такой заборчик для Дейзечки сделали. Муж вырезал. И чисто на гвоздиках. Вот здесь шурупики. И вторую. Сейчас покажу вот так на шурупики. Раз. На шурупики два. И Дейзечка здесь сидит. Да. И смотрит. Вот так сидит, наблюдает. Мушка там что-то лопает уже травку или цветочки. Вот, а Дезюшечка. А Деська сидит. Ей так нравится вот так возле дома. Это диван ее любимый. Я его так поднимаю, чтобы она сидела. Она головку туда ложит. Я ложу головку и отдыхаю. Нет. Посмотрите, еще цветочки. Все лето цвели. И до сих пор такая красота. Здесь у нас Дейзечка. Нравится, смотрит. Ей нравится. Все, опустила. Давай. Апи-апи. Апи. Апи-апи, мами. Апи-апи, апи-апи. Где апи? И раз. Да. Вот так, сюда. Все. Вот так мы будем сидеть, смотреть. Может, почтальон придет, да и залюбит на них гавкать. Да. Может, посылочку оставят. А Дейзечка будет вот здесь сидеть, возмущаться. Да, ждем почтальона. Ну, должны посылку нам привезти. Дейзечка очень любит почтальонов, да, Дейзи? Скажи, сижу, смотрю, когда машина подъезжает. Дейзечка прям возбуждается, как начинает гавкать. Кто там? Кто там? Где? Где? Кто там? Дейзя? Кто? Кто такой? Нету никого? Дейзечка, может, там кто-то? Как ты думаешь, золотая моя? Ждет, знает.